Итак, заезд, легкие деньги сегодня. Псих против трофи, против Асохи. Давай задавим его, давай, давай, дави. Ой. Так, значит, 5 кругов, 5 сотен. Ну, с Асохи возьмем 4 сотни, ладно. 200 тогда, да. 200. А сколько банок? То есть ты 500, я 400, и Асоха у нас 200. Раз. Запись идет. Два. Ты куда? Три. Так, срываемся с места. Псих просто валит. На психе установлены колеса от тигра. Очень широко зашел, но уже первый. Так, неплохо проходит. А, значит, напомню, да, у нас трофи закрутило. Валит на 5 банках, но 5-4 банки здесь без разницы. Просто под снегом лед. Я первый. Ой, как широко. Надо расходы проверить у психа. Что-то очень большой радиус. Так, первый, второй круг завершил. Трофи, интересно, меня догонит или нет. Как бы не снести 10-й масштаб. Ой-ой. О, перевернулся. Бегу. Трофи обгоняет. Давай, псих. Третий круг. У нас все по-честному. Перевернулся, значит, сразу бежишь. Третий круг завершился, четвертый, я все равно первый. Надо просто аккуратненько там. Сейчас мы Асоху обгоним на круг. Четвертый круг мы заканчиваем. Давай. Пятый круг пошел, давай, псих, Асоху, на круг. На каком-нибудь повороте, на Асохе очень тяжело здесь управлять, потому что резина просто никакущая у нее. Трофи проносится, пятый круг завершаем. Чуть не врезался, Асоху, ах, не удалось на круг. Ну чуть-чуть, все, я первый. 5 кругов. И так, 200 плюс 500, 700 рублей в плюсе. Вполне, трофи проиграла. И Асоха, интересно, доедет сегодня или нет? Подожди маленько. Сейчас. Я уже... Вот. Ну, где-то 2 минуты проиграл. Закрутился. Все, неплохой день. А что, гайки у тебя обычные не подходят? Что за крепление такое странное у тебя? Ну, блин, там обычный хекс стоит, вот, а прижимается гайкой. Так у гайки срезал только юбку внешнюю. Да. У тебя шайбы есть, Игорянки?